Активисты организации «Волонтеры-медики» приняли участие в донорской акции в Одинцовском отделении переливания крови. Сдавать кровь вовсе не страшно, говорят волонтеры, тем более, когда понимаешь, что ты можешь спасти чью-то жизнь. В подобных акциях активисты участвуют уже не впервые. 3 месяца назад мы проводили межмуниципальную акцию, и вот решили повторить как раз. Прошло 3 месяца, и мы уже можем повторно сдавать кровь. И недавно, получается, пришло смс-оповещение, что крови не хватает у нас в отделении. И мы решили опять организовать акцию и помочь больнице. Одинцовский центр переливания крови обеспечивает все медицинские учреждения округа, поэтому в донорах нуждается постоянно. Специалисты напоминают, перед тем, как сдавать кровь, нужно выдержать диету, на время отказаться от жирной и жареной пищи, а также от употребления алкоголя. Обследование, которое необходимо, донор проходит здесь, в отделении переливания. Все, что нужно, это принести с собой паспорт. Быть не моложе 18 лет и не менее 50 килограмм веса. Это вот основные требования, которые необходимо соблюсти. Предварительный осмотр врача и анализы занимают около 15 минут. После этого донор отправляется на основную процедуру. Общий объем забора крови составляет 450 миллилитров. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».